Дом 11А по улице Юлиса Янониса, 9А. Вот здесь планируется вход на стадион на 10 тысяч человек. Вот именно здесь, от дома 9А до вот этого фонтанчика. Рядом находится церковь, детская площадка и небольшой сквер, где жители близлежащих домов с детьми проводят время. А теперь хотят вот этот вот сквер, чтобы здесь было 10 тысяч болельщиков одновременно находились. В шаговой доступности от домов у нас в районе 4 рядом школы. Одна из них вот строится, огромная, на 1600 человек. 4 садика, больница, поликлиника взрослая, поликлиника детская, управа Советского района, храм всех святых, торговый центр «Лента», огромное количество учреждений, большой поток людей и еще плюс 10 тысяч фанатов на чемпионат, которые будут проходить 2 раза в месяц. Просто от сквера и от наших домов ничего не останется. Раньше стадион «Факел» был рассчитан на 3000 человек. Вот такая реконструкция, где дополнительно хотят разместить вот здесь вход на стадион.